Ребята, привет! С вами канал Марус Лайф. Важное сообщение, которое нужно всем донести, кто сейчас находится в Чехии по трехмесячной визе, по безвизу, по любой визе и так далее. Ну, ситуация реально очень печальная. Все вы в курсе, что сегодня, 24 февраля, началась война, вторжение в Украину со стороны, к сожалению, Российской Федерации. Поэтому Чехия быстро отреагировала, и всех людей, кто остается сейчас в Чехии, у кого заканчивается виза, выложили на сайте МВЧР, то есть МВД Чехии, информацию по поводу того, что ситуацию, пов'язану на проживання в контексті конфлікту, немає потреби врегульовувати негайно. Якщо ваша довідка на проживання закінчилася і яку не можна продовжити, ви можете залишатися на території Чеської Республіки. Просимо дочекатися додаткової інформації, яка буде опублікована на сайті МВС. Силочку я оставляю під відео. Здесь обязательно я вас попрошу всех сделать репосты по максимуму, чтобы много людей узнало, потому что это сейчас один из инструментов оповещения. Главное, без паники, оставайтесь, связывайтесь с вашими агентурами. Мы сейчас работаем с Авой, мы связались с нашим куратором, она сказала, что поможет в любом вопросе и по поводу проживания и всего прочего. Поэтому все, кто сейчас работает от нас тоже на Аве, связаться обязательно с куратором, с Натальей, контакты я вам давал. И обязательно все это, этот вопрос решить, понимая, что она одна, ее там разрывают, я тоже еле дозвонился. Но самое главное, что информация-то есть. Следите, пожалуйста, на сайте МВД Чехии. Извиняюсь, что так говорю, но обязательно, ребят, это очень важно. Это жизнь реально всех сейчас висит на волоске, и возвращаться просто в войну никто не хочет и не нужно просто. И также еще информация, здесь громадяне Украины, которые имеют биометричный паспорт и могут приехать до Чешской Республики без визы. Воздушное пространство, к сожалению, в Украине закрыто, поэтому для гражданских это все закрыто. По безвизу только через территорию Польши, Венгрии. Ну, понятно, что кто рядом находится там, наверное. Потому что в Украине сейчас военное положение, вы все это прекрасно понимаете, следите за этими новостями, я думаю, 100%, потому что ну, за этим невозможно не следить и нужно быть информированным по максимуму. Тоже попрошу проверять проверенные источники, а не верить всему там, что происходит, потому что очень много фейка и с этим очень много проблем. Поэтому, ребят, следим за информацией, кто в Чехии обязательно по безвизу, по визам, у кого заканчивается виза, обращайтесь к вашим агентурам, обращайтесь к вашим работодателям, чтобы они продлевали это все. Понятно, что это будет либо штиты к прикладывать, либо еще что-то, но ни в коем случае не ехать домой в Украину, потому что, ну, я не знаю, что может там случиться. Лучше здесь оставаться, пересидеть. Все, ребят, у меня все. Я тоже переживаю за всех родных, за всю Украину, за всех друзей. Ребят, мы с вами. Мы будем стараться максимально помочь, чем только можем. Все, всем удачи. И, пожалуйста, не забудьте сделать репост. Это очень важно. Важна каждая жизнь. Всем пока.